Последние годы к природным катастрофам, стихийным бедствиям и авариям, вызванным антропогенными факторами, добавилась еще одна глобальная угроза – терроризм. Как показывает практика, противостоять этому явлению возможно. Для этого всем нам следует быть более внимательными к подозрительным лицам, вещам или предметам. Следует помнить, что подходить, трогать или брать в руки оставленный кем-то пакет или сумку нельзя ни при каких обстоятельствах. Обнаружив подозрительный предмет, необходимо немедленно обратить на него внимание любого сотрудника милиции или сообщить о нем по телефону 01 или 02. Если вы увидели подозрительный пакет на вокзале, перроне, станции метрополитена или в вагоне, немедленно сообщите о вашей находке машинисту состава или дежурному по станции. Заминированным может оказаться и автотранспорт, грузовой или легковой. Обращайте внимание участковых и сотрудников компетентных органов на старые бесхозные автомобили, которые подолгу стоят во дворах или появились недавно. Обращайте внимание на выгрузку и погрузку в жилом секторе, особенно в вечернее и ночное время, подозрительных предметов и грузов – ящиков, мешков, коробок, проводимых незнакомыми и подозрительными людьми. Сообщайте об этом в компетентные органы. Пусть лучше тревога будет ложной. Отправляясь в дальнюю дорогу, никогда не берите у незнакомых вам людей посылки, пакеты и передачи, какие выгоды бы вам это ни сулило. Не превращайте свой дом в склад горючих и взрывоопасных предметов. Не храните дома подозрительные предметы или устройства, найденные вами или вашими детьми на улице, свалке или режимном объекте.